сильно пониженный участок по рельефу, водоотведения вообще нет, его надо поднимать на высоту, наверное, 60-70 сантиметров скальным грунтом, для того, чтобы получилось некоецеобразное и могло воду выводить и дало воды весенние с проезжей части. Ну, я почему думаю, что это вот здесь. Будем живы, здоровы, цена вопроса вырастет до 300 миллионов. Но тем не менее, она должна быть, и Александр Викторович эту тему тоже зафиксировал. И я почему-то говорю, что всегда думал, что просить надо больше, нам надо не лукавить тем, что трехлетняя программа, мы не закроем все проблемы города, и я думаю, что дорожники должны подготовить нам, ну, наверное, весь список не в один день, это сжатый срок, невозможно это обсчитать, но эту работу надо не останавливать ни на день и зафиксировать совсем другую. Нам есть поручение, мы должны эту цифру реально зафиксировать, и в том числе перед правительством и Министерством транспорта.